Последние весенние майские дни. Сердце по-настоящему встревожено, ведь скоро прозвучит последний звонок. Это событие оставляет в душе каждого выпускника одну из самых лучших школьных воспоминаний. Счастье, наверное, то, что как бы закончил школу, это тоже 11 лет труда. Они прошли, думаю, не напрасно. Нашу классную руководительницу хотели. Да, мы очень любим нашу классную руководителя Галину Викторовну Чернышову. Она помогала нам во время всей нашей учебы. Она всегда стояла за нас. Она всегда была рада помочь. При этом она никогда не была не слишком строгой. Она всегда веселилась с нами. Она ездила с нами, отдыхала. Все время куда-то что-то делала. У нас были общие фотографии, какие-то видео. И много что осталось. И, конечно, с этим грустно прощаться. Но время пришло уже. Переполняет радость за всех, за одноклассников, за родителей, за учителей в первую очередь. Грусть есть, что все заканчивается, но впереди новая жизнь. Волнение и все, школа закончилась теперь. 23 мая в актовом зале Видновской школы номер 7 состоялось торжественное и одновременно немного грустное мероприятие – последний звонок. За плечами остался очень важный, трудный и ответственный этап жизни – школьные годы. Период получения знаний, детства и взросления. Поздравить ребят с окончанием учебы на праздничный концерт пришел глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. Наверное, самое сложное, когда вы расстаетесь со своими друзьями. Я уверен, что в школе, когда вы учились 11 лет, вы приобрели добрых и хороших друзей, с которыми вы должны пойти вместе по жизни. Локоть об локоть. Это очень важно, ведь когда вы выходите в большую жизнь, делаете свои первые шаги, важно, когда вы опираетесь на своих добрых и верных друзей. Поверьте, самые лучшие друзья остаются как раз у нас из школы, из детства. Педагогами, выпускниками и учащимися школы был подготовлен праздничный концерт. Школьные годы называют лучшими годами, а последний звонок – символ уходящего детства. Это уже не очередной утренник, это прощание с определенным этапом жизни и встреча с неизведанным и таким загадочным будущим. Именно поэтому последний звонок – немного грустный день, в который на щеках многих выпускников, учителей и родителей блестят слезы. Но слезы эти чисты, а грусть приятная, смешанная, с нетерпеливым ожиданием того, что ждет впереди. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.